Салют, мои подписчики! Предлагаю вам новую салатную вкусняшку. Сегодня мы будем готовить слоеный салатик. Итак, для этого нам понадобится десертный виноград. Уже у меня готовое обжаренное куриное филе. Твердый сыр. Измельченные грецкие орехи. И 2 вареных яйца. Для пропитки слоев мы будем использовать майонез. Итак, поехали собирать салат. Салатик у нас получился как виноградная черепашка. Очень вкусный и очень будет оригинально смотреться на вашем праздничном столе. Рекомендую приготовить такой салат. Приятного вам аппетита!